Здравствуйте, мастерская «Слон Компания». Я сейчас приветствую вас. В сегодняшнем нашем обзоре будут два ножа. Два ножа заказных. Два ножа NR40, но немного необычные они. Вот эти ножи. Так, а как лучше взять? Вот тут ножи. Я так понимаю, два друга заказали. Или один друг заказал себе и другому в подарок. Ну, давайте поближе. Снимем подвес кожаный. Знакомимся с ножами поближе. Вот. Инициалы. Бык. Понимаю, человек год быка родился. Карельская стабилизированная береза. Знак зодиака, весы. Давайте следующий теперь тоже снимем. Так вот. Инициалы, кабан, год кабана, год свиньи, так скажем. Как думаю, 71-го года рождения, как и я. Вот. Здесь уже близнецы, знак зодиака. Тоже карельская стабилизированная береза, дерево. Теперь по клинкам. Клинки здесь из М390, но по форме финки НКВД. Такой был заказ. Чтобы рукояти ножны были NR40. А здесь клинок финкового НКВД, но маленько удлиненные, расширенные, то есть увеличенные. Вот. Такие ножи сегодня были. Ну, длина клинка 147 мм длина клинков, ширина 22 мм, толщина 2,4 мм. Длина рукояти 115 мм длина рукояти. Такие вот два ножа в сегодняшнем обзоре. Стоимость ножей. Вот стоимость ножа 13 900, потом плюс 4500 ножны, плюс 2400 инициалы по 800 рублей за букву, плюс 1500 бык и плюс 2000 знак зодиака. Что считаете сами, как это все? Так, посмотрим. Все это быстро крепится. Так вот, не затратив больших усилий. Вот такие вот ножи сегодня в обзоре. Сейчас буду их отправлять в Республику Крым. Смотрите наш канал, подписывайтесь. В ближайшее время анонсирую тест ножа. Меня просили, интересно было там в комментариях, нож из С600, по-моему, что за сталь. Вот в ближайшее время ждите теста этого ножа. Все, до новых встреч, хорошего дня. Пока-пока. Здоровья всем.